Стойте, подождите, я сейчас чихну. Всем привет, друзья, с вами Бигтанкс, и сегодня я записываю рубрику «Парни против девушек». У нас вторая часть этой рубрики. Сегодня будем сравнивать... Тихо. Сегодня мы будем сражаться в ХРВР. Многие в комменты именно это и просили. Так что будет очень круто. Сегодня мы будем с Вадимкой. Поздоровайся. Всем привет! Нихера ты такой громкий, как я на твоих видосах. Такой же радостный. Потом еще у нас расисты и Схунс. Очень опасные ребята, прям вообще очень крутые. Также у нас есть Олечка. Это наши девушки. Всем привет! Ну, наверное, уже понятно, что девушки. Танюшка. Всем привет. Лера. Привет. И Катя, без микрофона. Да, Катя в чате поздоровается. Да, в чате поздоровалась, вообще все супер, Нубка написала, тоже пойдет. Короче. Сейчас мы нажмем кнопочку продолжить, потому что у нас заканчивается битва, и у нас будет раунд, потом еще один раунд, и потом еще один. Вот. Мы уже узнаем, кто победит. Так, продолжим. Так, Вадим, ты знаешь, что нужно тащить. Да, в 5:00 начинаем. Подождите, вы скажите, вы готовы, нет? Девчата. Мы, да. Конечно, да. Сразу вы уверены, что вы выиграете? В тот раз вы проиграли. Да, конечно, уверены. Еще я переделаю, девчата. Ладно, все, идите, короче. Мы не уверены, что мы выиграем. Так, мы не договорились. Мы уверены, что мы проиграем. Капец. Ну, я думаю, что мы проиграем, потому что у нас очень опасный Скунс. Правильно думайте, удачи. И расист где-то шляется. И Вадимка, который очень классно играет. У нас очень опасный Вайдер, который играет на рельсе просто как MLG. Вайдер играет на рельсе так же, как я в PUB. Так, чё, в 5:00, скоро начинаем. Давайте поделим карту, Вадим. Ты где? О, я тут. А может не надо? А нет, нет, да, я тут. Расистка, блядь. В смысле ты тут? А, так, окей. Скунс, слева, лево возьми, туда иди, в самый угол. В угол. Расист тут. Расист, тут останься. По центру зайдешь, а там, где вы слева заходите, мы справа заходим. Так, они знают, что 5 минут? Расист потерялся. Да, они знают, ну, надеюсь. Все, гол. Кстати, у нас М3, 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 и у них тоже. И один М2 в команде. Ой, я промахнулся первый раз. По мне не попали. Так, я сейчас буду рашить. Я заезжаю, Вадим, кто на... Давай. Ух, ой, я опять промахнулся. Я, короче, меня сейчас убьют. Не-не-не-не, убьют. Не-не-не. А-а-а! Меня убили! Чаечка поехала. Да, это такая чаечка уже в видосике. Вадим атакует. За стеночку спрячься, тут вообще топ-позиция. Давай. Сейчас Олечку сольем, я промазал, нормально. Красава, фарта масти. Разыграемся, ребята. Оп, Олечка в минусе, не добивай. Или не в минусе. Не-не. Минусе, я не добиваю. Так, окей, тогда я сейчас... Короче... О, да? Знаешь, типа, я случайно промахнулся, но на самом деле это, типа, получилось, ну, само в себе. Давай, расист, расистка. Сзади, Вадим, помоги ему. Давай. Опа. Помажаю. Олечку слили. Доставишь? О чем мы тут все жмемся, разъехались по карте? У нас пацаны... Не в конфе, ну, в смысле, в конфе, но без голоса, и нам очень сложно. А у них как бы больше народа на голосе, но это им преимущество такое, девчонкам нашим. Вот, а вы тоже можете написать в комменты, как вы считаете вообще, кто победит, мальчики или девочки. Вот, и что, во что нам поиграть в следующий раз. В смысле, где? Не знаю, где-то у меня, короче, с рельсой как дали под сраку. Я увезу сейчас. Ой, меня убили. А-а-а! Меня убили. У вас? Это, кстати, Катяна Галана вообще опасная, короче, она прям тащерка, она на песочнице прям задротка, 24/7. А-а-а! Меня, короче, Скунс испугал своим запахом. Есть, убил. Да, Скунсяра опасный, Скунс, верни. Сейчас меня Оля будет... Да ёб твою душу. Атака, атака. Подождите, у меня дефа. На, я убил, короче, циферного. Окей, тогда сейчас я Олечку солью. Вот она тут стоит, думает, что все нормально. Привет. Я, короче, здесь двоих держу, просто как MLG. Окей. Так, у нас 1-0, фу. Блин, я на самом деле, ребята, вы знаете, сколько я уже записываю. Оп, блин. Я смотрю на на счет уже в конце игры. Когда мы уже либо проигрываем, либо выигрываем. Я вообще не понимаю.
У меня такая непонятная привычка. Бу-ру-ру. Так, Вадим, давай инфу. И ты слева, я вижу. Я на их базе. Окей. Так, я не знаю, мне отдефить? Короче, я буду атаковать. Не знаю, дефа скучно играть, потому что нас четверо. Вообще здесь дефа не должно быть, потому что нас всего лишь четверо. Хотя на этой карте очень крутые позиции. Я на центр ухожу, кстати. Ой, промазал. Я понял. О, тут у нас прыгуны. Опа. Там право один. Я доставил. Серьезно? Да. Красава. Так я же MLG, ёпта. Ты вообще опасный пацан, я смотрю. А ты еще говорил, что ты нуб. Вот я нуб, блин, сколько раз промазал. Я просто не разыгрался еще. У нас, кстати, минут 38. Это еще очень даже... Оу, сквозная. Ой, хорош. Два дауна подставились под сквозную. У нас, кстати, заход с троих человек. Да, я разберу. Опа. Нормально. Я слил. Тихо. А-а-а! Вот Толя, писька. Вот когда... Вадим, сзади. Когда нужно, она не попадает. Так сзади два чувака. Чувихи, точнее, я забыл. Мы же против девушек играем. Так, нормально, в канавке сольете? Я понял. Нет. Я слил. Так, я не вижу. Тащим просто, тащим. Тут неплохая позиция, но мне кажется, нужно идти атаковать. Так, я слил. Да, атаковать точно. Просто вообще нужно. Блин! Промахнулся. Вот капец, кто-кто, вот я, хрэ-врэ, на видос играть, это пипец. Я, блин, настолько сосредоточен, я могу вообще весь видос молчать, а потом, когда буду монтировать, только тогда замечу, вот отвечаю. Я у меня такое было. Вот на самом деле у меня такое ощущение, как будто я против четырех вайдеров играю. Не, ну блин, девочки наши очень хорошо играют. Ну я и вижу. Да. Но они почему-то не увезли флаг ни один, но. Еще ж есть второй раунд, да? Сейчас я к ним зайду. Ну да. Пойду к ним зайду, сейчас узнаю. Сейчас. Давай. Курлык-курлык! Ну шо как? Первый раунд, что-то не пошло не так, да? Да, что-то не так. Дайте мне флаг. Ладно, бог вам в помощь. Фортумасти. Удачки. Второй раунд. Так, у них все нормально. Они еще, кстати, не так расстроены. Ну. Сейчас Оля начнет паниковать. Не, все нормально. Но есть, конечно, такие рубрики, в которых девушки просто будут тащить. Вот, так что... Пишите в комменты, что нам сыграть, какие-то, может, какая-то рубрика, там, тоже «Спаси голод», возможно, будет. Так что вы пишите, а мы сыграем в следующий раз, вот. И обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на каналчик, да? Да. Мне вот почему-то кажется, что это, если будут, например, они защищать голд, то мне кажется, будет очень люто защищать, потому что обычно, как бы, вот, но они внимательные. Да, девушки внимательные, парней, поэтому, видите, очень даже интересно, ну... Знаешь, вот мы играли, кстати, у нас Го уже тем временем, мы играли просто нарку такую, и мы жестко их выиграли. В этом же бою хрэ-врэ не так жестко у нас получается это сделать, но все же мы тащим. А там на одну. Я понял. Вот тут моя. Блин. Нет, не твоя. Вот и бесишься.
расист забрал флаг, я в атаку. Давай. 15 секунд, в смысле 0-0? Воевать! Бляха, муха, в смысле 0-0? Я же, друзья, под конец раунда понимаю, что мы... Да капец! 0-0! В смысле? Кто говорил, что сейчас будет изи? Так, еще третий раунд. Третий раунд. Давай. Я не знаю, что вы там делали. Поможет нам Господь. Тащил. Пойду послушаю, чего они. Я разочарован. Чего ты разочарован? Потому что 0-0. Я в последних 3 секундах... А, нет, на 11 секунде я понял, ну, в конце раунда, что мы проигрываем. Ну, точнее, 0-0. А 0-0 для меня это проигрыш, поэтому давайте, у вас все получается, девочки. Ну, нам удачи. А нам удачи, можно, пожалуйста? Удачи, Лёшин. И вам удачи, давайте. Форту масти. Я дал. Сейчас буду тебя бить на одну. Блин, не слил. На одну, на одну. Тут заходит. Давай, уходите, уходите, я двоих держу, уходите, флаг увозите. Угу. Хорош, я здесь двоих задержал, нормально, от души. Отлично, я разобрал дом. Дома у нас. Сзади, 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 сбил. Давай! Расист! Красава. Я нервничаю просто. Да это нормально было, я там, считай, одного мы слили, я двоих стопорил. У них, считай, минус вся команда. Ай, блин. Я боюсь, чтобы меня отсюда не попали. Ой, а здесь стенка стоит. Кто эту стенку поставил? Ай, это Оля. А, ой, я на 3. Мы сейчас отписываемся. Не надо, пожалуйста, сейчас я проиграю. Оля, опасно. Ай, блин. Как это попадает? Она даже раскачку не делает. Просто выглядывает и рельсо само наводится. Ну, капец. Давай, скунс. Поехали. Знаешь, такая тактика была. Вот я им перед началом раунда сказал, что я как рачина ссаная играю. Они на меня внимания не обращают. А я их просто чпок-чпок-чпок-чпок. Всех убиваю. Я, блин, сам сейчас как рачина, короче. 3 раза подряд промазал. На одну, Оля, на одну. Да-да. Ой, меня прострелили чуть-чуть. На! Вот это... MLG? Шикарно. Да, шикарно, короче. Просто с вертухи в минус. Прям... Хорош? Да, прям... Ой, я на 3 даже рельсе. А, это МДУш на меня стрельнул. Вы это не видели. Я обрежу это. Капец. Это было больно сейчас. Промахнуться. Что ты там делал, плац? Я промахнулся в стену, короче. Хотел выпендриться, красиво сделать. Чтобы вы поставили мне лайк. А в итоге, короче, не получилось красиво. Опа, на одну флаг. Я тайминги не поймал, прикинь. Йоу. Пац! Как ты мог? Попаду. Не знаю. На! Ой. На одну, на одну. Ой, меня унизили. Ой, убегаем. Тихо, тихо, помогите, помоги! Фух, я вернул. Я вернул. Я вернул. Расистка на первом месте, нифига себе. Да это он, потому что флаг достал, который я засейвил. Честно, ребята, мы играем вообще как крабики. Да. Флаг в текстуре! В смысле в текстуре? Вон в стене! Зависло! Зависло все! Не отвисло, все нормально. Че такое, что ты ржешь, Вайдер? Это не очень нормально. Нет, я же про. Нет, там у меня все нормально. Ну, в смысле, не лагает ничего. М3? Фу. Хорошо. Наверное. Давайте я тут всю базу их вообще в печали держу. Я тоже разбираю нашу базу, теперь можно атаковать. Там одну, вторую, третью, все, давайте поеду за флажком. Да. Давай. Я вообще никогда не атакую, я люблю больше так. Жестко. Так, а пока, короче. Парашить. И все. Парашить. Парашить. We'll be right back.
все? Сейчас мы девочек перетащим, посмотрим, что они там вообще скажут нам. Так, девочки, делитесь впечатлениями. Так. Девочки! Алло. Девушки. А, ну они выключили микрофоны. А, это вы так расстроились? Я думаю, что вы молчите? Понятно, ну прикольная реакция у вас на проигрыш. Даже Таня выключила микрофон. Да мы расстроились. No comedy. No comedy, когда забыла английский. Это, короче, я вас обманул, что я играть не умею. На самом деле, Вайдер скилл, он, короче, гладиатор имел недавно. А сейчас вас имел. Ой. Это было так. Наши подписчики напишут, в чем нам еще сражаться, там, сразиться, все такое. Может быть, спаси голд или еще какая-то рубрика. Вот, поэтому у вас еще будет много шансов. Можем вообще каждый день записывать эту рубрику, если вы хотите. Да, Оля? А? Да, только не плачь. Сопельки вытирай, и все. Все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. Всем пока. Всем пока. Посмотрите. Пока-пока. Я такой довольный.